И всем привет, меня зовут Андрей. И добро пожаловать в DZ, но не в обычный DZ, а DZ Standalone, который вышел, в принципе, на днях, и это неделю назад, может быть, две. И давайте посмотрим, что это за игра. Во-первых, тут совершенно другой движок, видите, тут текстуры все более качественные, но проблема остается проблемой, а лаги как есть, так и остаются. Но тут лаги идут из-за того, что у меня используется всего лишь одно ядро процессора и 1 гигабайт оперативки, и видеопамять там юзается не на полную. Короче, пока еще не настроили эту функцию конфигурации, либо же я туплю. Но могу сказать, что при таких даже голимых конфигурациях, настроенных в начале игры, вполне себя оправдывает, чем DayZ Arma 2. И при этом тут FPS не приседает очень жестко, так ни хрена не видно. Я-то немножко знакомился с интерфейсом, могу сразу сказать, что если фонарик брать, то первым делом нужно, тут у вас будет батарейка, нужно батарейку перенести в фонарик, потом взять его в руки, фонарик, включить его, и у вас будет как-то фонарик вот так вот криво работать. Нужно нажать будет на пробел, чтобы его держать. Ну, по сути, наверное, чтобы не палиться, так вот в бок отводишь его, и все, чем вперед. Проблемы какие есть? Зомби, в частности, ну, невидимые. И нас они могут бить. При этом мы их не будем видеть. Не знаю, можно яркость настроить? Ну, смотри-ка, можно. Давайте я для вас немножко гамму подниму. И еще тут расширение экрана не настраивается. И такое расширение экрана не для меня. Мне нужно 1280 на 720. Все очень плохо. Потому что текстуры растянуты, и из-за этого FPS тоже проседает. Ну, по изменению интерфейса, что я могу сказать? Ну, Tab теперь у нас открывает инвентарь, а не что-либо другое. И, по сути, все остальное интерфейс тоже остался. На Z ложиться. На Q перекатываться. На E тоже. X. А это присесть. C встать. Двойное W ходить и тому подобное. Так, стоп. По звукам. Ты устала? Почему мы играем за бабу? А ты услышите зомби? Вот я их слышу. Они невидимы. Они сейчас могут нас бить, а у нас будет все очень плохо по здоровью. И это, как говорится, не есть хорошо. Поэтому, по сути, тут можно бегать спокойно вот так вот. То есть... Ну, вот именно с таким видом. То есть в полный рост. Тут зомби сейчас все равно нету. Даже если они есть, то их не видно. И то это редкостный случай, когда там где-то одна моделька зомби, и то работает. А все остальные зомби, они невидимые, либо же они под землей, и они нас из-под земли бьют. А еще тут практически все здания стали проходябельными. В отличие от Армы 2. Так, стоп. Почему я не могу выйти? А, кажется, я начинаю понимать, почему не мог выйти. Невидимые зомби. До сих пор они нас достают. Вполне 20 FPS мне выдает в городе, и это круто. Ну, может, там проседает он до 15. О, зашибись. Что это было? Как я это сделал? Окей. Так, нет, тут лучше играть от первого лица. Так, что у нас тут? Это, наверное, тоже выход. Пойдемте наверх. Проблема с лутом тут есть еще. То, что лут не автоматон. То есть, как бы, он одноразовый. Собственно, надо полностью рестартить сервак, чтобы появился по новый лут. Это еще не решили. Сыка, ботиночки. Их можно взять? Нет. Так, надеюсь, у нас батарейка долгая, не китайская. Тут очень хардкорно все стало. То есть, тут надо найти открывашку, чтобы открыть консервы и тому подобное, потом их поесть. Наполнять воду. Тут вода может быть еще отравленной. Если у вас проблема с кровью, то вам нужно переливать. А чтобы перелить, нужно знать свою группу крови. И, короче, если не ту группу крови влить, то все, жопа. Короче, полная жесть. Но. Открыть двери. Ну-ка я... А. Как-то долго отвлекается сервер. Я вообще где? Я в Черногор... в Электрозаводске или где?
Походил, что я в Электро. А это очень плохо. В Электро замес полной жопы. Открыть двери. Да нет, открывается быстро, просто не с первого раза бывает. Это проблема самого сервера. Ой, не сервера, а самой игры. Еще вот если найти тут книжки на полках, то, по сути, как мне известно, их всех можно читать. То есть они все как бы читабельные, там что-то такого. У нас опять же будет смотр. Я, кстати, не за все время, сколько я снимаю. Ну, где-то еще на полчасика вот так вот отсниму по силе. Может, поменьше. Но если я пока сейчас использую одно ядро от процессора Intel Core i5, то все-таки компания Blash, или как вы там правильно, извиняйте, конечно, все равно используют процессор для рендеринга, но они уже, видите, как... Раньше я использовал все 4 ядра, чтобы мне хоть как-то FPS 20-30 выдавало, а сейчас у меня вот одно ядро спокойно тянет 20 FPS. Ни черта не вижу просто, ни черта. Что осветляй, что не осветляй. Просто ни хрена не видно. Как куда что идти-то? Нахера себе поднимался? Просто так? Может, эту дверь можно открыть? Нет. Просто пипец какой-то. Так. Так, вот дверь. Отлично, выход. Ты пить уже хочешь, о господи. Да, тут, кстати, проблема такие жесткие, что персонаж просто быстро хочет жрать, пить, срать и тому подобное. Еще какая-нибудь головная боль у него начинается, еще что-нибудь такое. Так, опять где-то там где-то зомби шастает, и мы его не видим, но он нас бьет. О! Ёба мать! Выруби фонарик, ёбаный в рот! Беги нахер! Охеренное начало! По съебам давай, по съебам, по съебам. По съебам. Снимаю я, собственно, ночью, как у меня получается. Потом я сниму уже дневную серию. По съебам, нахер ложись. Вали туда, вали, 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 вставай. Все, валим с этого электрозаводска или откуда-то там. А! Смотри-ка, меня все равно где-то видит. Либо это зомби так бьет странно, либо же меня реально с пистолета где-то мочит. Что не есть хорошо. Ни хрена не вижу никого. Бегу в открытую просто, и логика моя просто зашкаливает. Открой это чертово здание. Отлично, все, закрой его. Закрыть двери. Молодец. Так, сиди тут. Блин, придется без фонарика сидеть, потому что спалюсь. А! Нет, все-таки это зомби. Не какой-либо человек, это зомби. И у меня кровотечение идет, да? Зашибись просто. Все-таки это зомби. То есть это не какой-либо человек по мне стрелял, это зомби. Вот так вот. Зомби невидимые. Что не из круто, конечно, можно там кого-то кулаками побить, но мне кажется, что кулаками я зомби не убью. У нас еще кровь. Можно, в принципе, попробовать сейчас футболку порвать, но, блин, сзади меня зомби, надо отрываться от него. Невидимый причем. Это очень тупо пока что. Не знаю, как скоро выйдет патч на возобновление этих зомби. То есть был патч, который бы, ну, эти зомби видны были еще тогда. Потом что-то там какой-то еще один патч вышел, и опять зомби стали невидимыми. Что не есть хорошо. Где тут вход? Вот он. Так, это у нас что? Пожарка, что ли? Возможно. Так, все, дорогуша, отдохни. Не. Убери в инвентарь. А, зашибись, не открывается. Джинсы тоже зашибись. Нужно искать другую футболку, чтобы можно было порвать на бинты. А, херня, ой, херня. Все, охеренное начало. Тупые зомби невидимые.
Уже истекаешь кровью. А, хреново, хреново, хреново. И кровь-то толком-то мы не сможем восстановить. И лута ни хрена нету, как и говорится. Ты устала уже, ну зашибись. Что, лестница? В смысле? Окей. А мой фонарик все еще там. Тебе можно кулаками драться, что хорошо. То есть не нужно тебе там какое-то оружие искать. Он сразу же кулаками драться, но, блин, это неэффективно. Еще не круто то, что мы истекаем кровью. Господи, здание. Давайте прорисовывайтесь. Нет, то ж мякнуться, это я отсюда явно не хочу. В руки возьмем фонарик. Блин, тут где-то зомби шастает. Так, стоп, а как хочу спуститься? Понял. Отвали. Либо зомби внизу бегает, либо еще где-то. То есть тут реально слышно зомби, но не видно ни хрена. Это очень-очень тупо, но, блин, это альфа, ей можно. Да возьми ты гребаный фонарь. Короче, быстро ячейку положу, да и все. На двойку видите, у меня ничего нету, когда нажимаю на единицу, у меня спокойно достает. То есть это что-то типа быстрого доступа, я не знаю. Закрыто, 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 закрыто. Ну где хоть есть открыто тут, а? Я все еще кровью истекаю? Я не вижу. Да, истекаю. Зашибись, везде закрыто. Куда идти-то, мать вашу? Все, закрой эту дверь. Закрой дверь, я тебе говорю. Закрой дверь, закрой. Куда? Как ее закрыть? Да пошли вы в пень. У нас так уже вон все черно-белое. Еле-еле цвет нас видим из-за того, что ли, на крови столько потеряли. Прорисовка, как обычно, у меня пролагивает при записи. Вот тут FPS уже немножко упал. Вот мы можем сейчас попить воды, но что нам это даст? Так, кстати, вот такие вот колонок, с таких колонок лучше всего набирать воду. Потому что она тут более очищенная и... Зомби меня ушатал, зашибись. Отвали. Хреново, просто очень хреново. Зомби невидимые, это реально тупо. Не, все, я сейчас скоро помру. Я сейчас скоро помру и все. И можно не соваться ни в один любой город, потому что тут мы хрен что найдем. А лута толком нету из-за того, что, видимо, рестарт сервера был очень давно. Или вообще не знаю, когда он вообще был последний раз. Просто все какое-то пиксельное уже размытое становится. Хрен поймешь, где тут что. Ни одного лута, просто ни одного. Срепец какой-то. Не, все, мы уже еле-еле различаем цвет. Это больничка. Это больничка? Скажите, да, что это больничка. Так, все, стоять. В больничке тоже ни хрена нету. Рестарт сервера явно был давно. И именно в больничке FPS у меня просел до 11. Охренеть. Не круто. Это реально не круто. Трас... не знаю, как переводится. Терсти... Не знаю, жрать хочешь, что... Да нет, вроде жрать это хангрин. Сервис машин, автосервис. Так вот, да? И все-таки в самом начале, по мне, все-таки стреляли, а не зомби бил.
При этом помимо всего этого просто зомби за мной бежал. И видите, зомби где-то здесь рядом все равно шастает. Рядом со мной, вот просто очень и очень близко. Они же по зданиям теперь не ходят, они теперь по зданиям бегают. Тоже пофиксили эту вещь, но, блин, раз пофиксили эту вещь, то сделайте зомби видимым. Иначе так, блин, гуляешь и хер поймешь, где чё, где кто, да чё. Может, сейчас перед мной здесь стоит где-то армия зомби. Человек 10 стоит, да и все. Футболку не порвать и ничего не сделать, ё-моё. Слышись, просто ни хрена нету. Опа, нежданчик. В смысле, тут кого-то грохнули, что ли? Смотри-ка, тут кого-то грохнули, реально. Тишет. Ну можно же тебя порвать на бинты. Я же знаю, футболку можно порвать на бинты. Почему такая долгая загрузка? Какого хрена? Давай мы твои ботинки заберем. Не знаю, возьми временно тебе фонарик, можешь отдать временно. Забери фонарик, а мне футболку дай. Мало? Блин. То есть можно еще так скрывать, разворачивать. Вот, отлично. Мы крафтим себе бинты, ну хоть что-то. Отлично, два бинта у нас есть. Разделили, что было. А, и бандаж. Мы должны держать их в руках. Может, можно просто нажать use. Отлично, крови больше не идет. Но, блин, у нас осталось-то крови-то на самом дне. Судя по звукам, зомби уже сюда пришел, меня только что ударил. Ты устала, да и пошла ты в пень, не устала. Если я сюда спрыгну, ничего не будет же страшного. Я парень, что ли? Почему ты жевала? Почему ты как парень орешь? Какого хрена? Так, где ты там видел магазин? Вон он. Может, в нем что-то есть. Просто ни хрена нету, а это еще электрозаводск. Могу, конечно, ошибаться, что это не электро. Да, в небо 30 FPS и больше, как обычно. Чёртова логика. Да дайте вы мне хоть какой-то лут, господи, ребят. Что это было? Ни черта нету, что мы вообще тут делаем? Реально, что, ни в одном доме нету лута вообще никакого? Даже, блин, пустой банки? Что за бред? Открыть двери. Или может я совершенно слепой, не вижу лута уже. Тихо ты. В смысле? Погоди, в смысле? А, моя одежда этот мокрая от крови. Я думал, ты опять уже кровью истекаешь. Или все-таки истекаешь? Все-таки стекает, охренеть, я говорю, зомби просто здесь невидимые. Сейчас вот я не знаю, куда мне ныкаться. Терпи, чувак. Охренеть, да? Зомби нету, а меня, блин... Загрузка еще долго какая-то. Юз. Такая задержка сейчас еще будет, зашибись. Только что были две кнопки. Что ты так слоупочешь-то, а? Ты мне объясни. Да, конечно, альфа слишком хардкорная, чем модификация к Арме 2 DZ. А, уже перебинтовываешься.
Так, все отлично. У нас больше нету бинтов. Кровь больше не идет, и нам нужно валить отсюда. Реально валить. Просто валить. И так ни хрена не видно уже. Все какое-то черно-белое, мыльное из-за того, что кровью, блин, потеряли дохренище. Просто даже не посмотреть на небо, блин, все черное. Почему нельзя было просто сделать темень? А то, блин, сделали как-то все слишком серое. И такое чувство, будто, блин, на черно-белом мониторе играешь. Ой, теперь тут можно нормально в эти здания входить, ну, подниматься. Так, открой дверь. Открыть двери. Открыть двери. Если какой-нибудь невидимый Петрович придет, и опять нам будет жопа. Ты устала. Ну и что мне дальше сделать? Или ты устал? Или ты трансвестит вообще, я не могу понять. Какого ты пола? С виду женский, но орешь и прочее, как мужской. Просто ни хрена нету, ни единого лута. О, зашибись, туда я явно не пойду. Ну, максимум только вот до того ангара можно дойти, и то не вариант, опасно. Так, сейчас опять нахватаемся кого-нибудь. Так, ну, по сути, где-то оттуда мы туда штопаем. А, отлично, просто отлично. Или я могу предположить, что они взяли ногу, целуй. Круто. Офигенное название Ника. Я думал, там мой персонаж уже начал что-то там лякать. На нашем языке родимом. Так. Ага, в это здание можно войти. Но, видимо, не через эту дверь, а вот через эту. Да, смотри, через эту дверь можно войти. Так, открываю вот эту дверь. Внимательно осматриваемся. И опять ни хрена нету. Просто сервак давно рестартился, это ясное дело. Мне кажется, что админ уже давно все спят, и рестарта не будет очередного. Так что сейчас можно в тупую не записывать. Могу даже сказать вот так вот. Тупо. Но ничего не поделаешь. Так, какая дверь открывается? Вот эта дверь открывается. Ни черта нету, ни черта. Ну и, блин. Какая-то хардкорная игра, блин, просто жесть. То есть, в принципе, сейчас можно купить альфа, да? Блин, уже пить хочешь. Но, блин, слишком хардкорно будет для вас. Где я вообще колонку видел? Колонку по новой я там в городе искать не собираюсь. Слишком рискованно. Че, нигде нету поблизости колонки? Если мы сейчас не найдем колонку, то нам жопа будет. Но, скорее всего, просто сдохнем от обезвоживания, чем просто так умрем, уже по сути. Так, это типа тоже не открывается? Нет, смотри-ка, открывается. А, это вот эта дверь открывается. Окей. Колонка, 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 пожалуйста, найдись. А, вот офигенно реально сделали, что можно практически в любое здание уже войти. Правда, в них лута до сих пор... Лута-то и нет толком. Тупо. Когда это будет фиксить, я просто не знаю. Просто сейчас я, по крайней мере, не вижу смысла играть в данную версию.
Либо же надо играть только тогда, когда рестарт сервера был. Вот, вот прям в точь-в-точь момент. Вот он только запустился, вот сразу же беги в любой город, остерегайся других людей и просто ищи лут, а потом уже, не знаю, делай, что хочешь. Остальное время, как обычно. Кстати, тебя либо зомби зажрут, которых ты не видишь, либо еще что-то. Че, вообще ни хрена нету. Реально, ни хрена нету. Просто пипец. Кстати, еще удобно сделали, то что можно бежать спокойно и держать инвентарь открытым, при этом тут что-то делая. Все, у нас уже все черно-белое, у нас там явно кровище на днище осталось, наверное, из 12 тысяч где-то косарь. Может, даже и меньше. Бежать в сторону леса. Ну, не знаю тоже. Вот это все равно здесь нигде нету. Да, я знаю, родненькая, что ты хочешь пить, но воды нету нигде. Я где-то там кран сзади видел, но я туда уже не рискну. Может, мы уж там побегали пару минут тому назад. Надо уже, по сути, заканчивать серию снимать. А как серию? Первый взгляд. Закрыто, мать твою. Хотя в здание само можно войти. Значит, с другой стороны где-то вход. Перепрыгивай. Там случаем ничего нету? Нет, нету. Так, вот с этой стороны, вот через эту дверь можно войти туда, да? Отлично. Нету, нет, нету. Все, не, нет, тут бессмысленно бегать, все пусто очень. Тут даже никто ни с кем не переписывается. Тут вообще есть чат? Ну да, есть, а как мне писать? Ctrl нет, Alt нет. А, понятно. Вот так вот напишу. То есть тут нету переключения, да, между каналами. Потому что, ну, логично, это же не арма. Это просто один чат. Который, слава богу, русский. Сколько здесь все равно народу играет? Мало. И то здесь в основном одни нубы, как и я. Либо же пираты. Потому что пиратская версия уже вышла. Ну, что в стиме, что, собственно, на пиратской версии. Чего ты хочешь? My English очень хороший. Кран, из-под крана можно попить воды? Пожалуйста, скажите, что да. Блин. Комп уже весь раздолбанный. Печка, блин. Вот ни хрена нету. Вот просто ни хрена. Все очень плохо. А все-таки мне кажется, что в самом начале серии по мне кто-то поливал с пистолета. Хотя зомби, может, был все-таки. Ну, 50 на 50, не могу понять. Что-то как-то звуки выстрелов. Я не понимаю, женщина, что ты хочешь? Беги, 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 беги. Так, и уже думаю, пойдем как раз кем туда вниз спускаться к деревне. Там бензоколонка. Ну, не знаю, может быть там сейчас попробуем попытать счастье найти этот.
Change Emma. Ну, мне нужна колонка. Колонка с водой. Мы видели, конечно, одну, но мы в это время от зомби убегали. И то я уже давно как не помню, где все-таки. Хотя я, наверное, одни слова, одни и те же повторяю уже, наверное, сотый раз. Типа, можно уже было не повторять, бля, мы поняли и тому подобное. Ну, естественно. Нету лута. Я не знаю, я еще по другим серверам побегаю, поищу лут. Если найду лут, сразу же дать сниму вторую серию. Так будет круче, думаю. Потому что если тут нет вообще никакого лута, то тут можно, по сути-то, и не бегать. Надо искать другой сервак. Любой другой сервак, желательно, который только недавно обновился. Не, ну все, тогда давайте на этом заканчивать, потому что тут уже бессмысленно бегать. Нечего искать. Кровища у нас так нету, уже все черно-белое. Какое-то мыло, так что как-то вот так вот. Ну что ж, ну, а с вами был Андрей. Это была игра DayZ Standalone, альфа-версия, которую сейчас можно купить в Steam, либо же уже скачать пиратку, но там пиратки много багов все равно есть. Точнее как, не баги, а обновление чуть позже выходит, на несколько дней, но, в принципе, не страшно. Ты уж жрать хочешь. Жрать, срать, что там у тебя с краю проблема. Пить хочешь, а лута ни хрена. Ладно, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.